берем и веревочку разрезаем точно где? Посередине. И сделали клац, клац. Но это легко. Дома потренируйся. Тебе одну веревочку, доченька, просто держи и не забирай, не жадничай. Тебе другую. Итак, я тебе одну веревочку дал, и тебе одну веревочку дал. Так, где у меня тут на шее, видишь? Давай. О, спасибо. Тебе одну веревочку. Сколько у нас веревочек? Раз, два. Ручки немножко выше поднимите. Я кончики пока уберу. Самое главное, вы должны понимать, вопрос-то в чем? Видите, у хороших людей веревочка соединяется. Давайте им похлопаем. Слушайте, я вот сейчас вот вам волшебство показал, аж устал. А ну-ка ветерком на меня волшебным подуйте, чтоб я не растаял. Давайте ручками, ручками. И ресничками помахали, ресничками. И носиком, и глазками. Вот какие молодцы. Хорошо. Раз, два, три, четыре, пять. Будут нас Димки развлекать. А ну-ка, Димки, выходите на сцену на нашу. А мы все нужно счастья больше в следующем году будет. Ну как, на будущее. Молодцы. Готовы, Димки мои замечательные. Ну что, не спешите, не волнуйтесь, удивите нас. Bye.
замечательно станцевали. А может, еще что-то зимнее? Да, дедушка, мы сейчас, дедушка, мы с тобой поиграем. Давайте попробуем. Так, погремушки, значит? Да, погремушки. Дедушка Мороз всегда взрослый, не надо детей, мы не забудем. Ну, тогда извините. Настенька, вставай. Этот ребят вставил. Подойдите, каждый погремушечку возьмите в ручки. Подойдите, поднимите. Не стесняйтесь, вставайте, возьмите погремушечку. Любую брать можно. А вы пока сидите. А вы пока сидите. Каким у вас отец? Непонятно.